Их мотив исключительно спортивный. Они за здоровый образ жизни и против бесцельного времяпрепровождения. Кто эти люди? Узнаете из нашей новой рубрики. Привет, это мотив спортивный. Сегодня мы приготовили для вас целый коктейль из различных музыкальных направлений. Скрипач, вокалист, диджей и даже бармен. Вот правильные ингредиенты интересной передачи и хорошего настроения. Герман, я скрипач, я музыкант, занимаюсь музыкой с самого детства, с 6 лет. Мне удавалось поиграть в Японии, в Германии, в Италии. Я занимаюсь уже 6-й год роуп-джампингом, год с лишним летаю на параплане, ну и зимний вид спорта – это сноуборд. Здравствуйте, меня зовут Влад Шмелев, я музыкант, композитор, занимаюсь музыкой давно, с 5 лет, когда пошел в музыкальную школу по классу фортепиано, с тех пор любовь к музыке только увеличилась, и вот сейчас уже, после выпуска альбома, чему я очень рад, переезжаю в Москву. Отношение у меня к спорту самое чудесное, я сам до 19 лет профессионально, можно сказать, занимался футболом, это очень приятно, что я написал гимн баскетбольный клуб «Енисей». Здравствуйте, меня зовут Евгений, я диджей и промоутер. Диджеингом я занимаюсь с 98 года. Если говорить о творчестве нашей группы Guns Jah, я штатный диджей, я пишу скретчи. Один из принципов моей теософии – это сыроедение. Никаких жареных, вареных, пареных, только живые, свежие фрукты, овощи. Вот это и есть живая, здоровая пища. Привет, меня зовут Сергей, я бармен с 5-летним стажем. Достаточно давно мы уже работаем с Евгением Зедом, совместно проводим вечеринки, мероприятия, занимаемся организацией. Это ночная жизнь, выматываешься и физически, и эмоционально, и для того, чтобы поддерживать себя, приходится заниматься спортом. Итак, посмотрим, кто же все-таки из них сильнее на теннисном корте. Лично для меня ответ вообще не очевиден. Бармен или вокалист, диджей или скрипач. Жека, ты знаешь правила? Давай еще. Я могу только предполагать. Не играл, в общем, я, значит, большой теннис. Единственный раз в Москве в 13 лет. Там через два корта тренировался Капельников. Я смотрел вот так вот. Вот. И выучил правила все. Итак, вот у нас и определились победители сегодняшнего теннисного сета. Я поздравляю, это команда диджеев и барменов сегодня. И наш сертификат от наших друзей, королевство пиццы. Пиццу и официальный напиток мероприятия. Минеральная вода Преображенская. Благодарю. Жахта с пользой. Говорят, один святой может изменить судьбу целой планеты. А мы доказали, что сыроед-диджей может решить исход матча, даже если в его команде окажется замешанный в горячительном. И ничего удивительного, ведь наш мотив спортивный.